Доброе утро, ребята. Вот пришел с утра в огороде. Надо спахать, скопать. Я не знаю, как там. Короче, культивировать. Вот моим, значит, мотоблоком. Вот он, родной мой. Вот так вот. Короче, весь этот огород 25 на 40, итого 1000 квадратных метров. Ну, квадрат на квадрат, это вот его, естественно. У меня только ржавый туалет, ребята, тут, так сказать, и земля. Земля, которая от роду всех есть. Вот так вот. Ну что, сейчас вот начнем. Перекусим чуть-чуть, ребята. Естественно, чуть-чуть перекусим. И начнем работать. Вот так вот. Ну, как всегда, покажу дом пьетов. Вот сейчас покажем. Ну, не солнечно, а то на солнце он хорошо фиксирует. Вот так сначала. Еще потом приближим. Еще чуток приближим. Ну, там что-то да, меняется. В прошлый раз не так было. Там какой-то пакет, что ли, или что там. Видите, да? Вот на дверце прям висит. Я сейчас перестану, а то, может, едка там купается. Неудобно. Вот такие пироги вот. Тхилис куэш садари. Все, ребята. Вот такие пироги, короче. Ну. Ну, не знаю, я думаю, за часа 4, наверное, справлюсь. Все. Ну, до второго этапа, ребята, так сказать. Нет. Кизила покажу, сколько там в лесу. Вот желтым цветом это все кизил. Вот так вот. Видите, да? Ребята, короче, грязь, ну, мокрый. Позавчера же зима наступила. Снег с дождем пошел. Вот что творится. Еще плюс и наш минус. Естественно, надо было огород чистить сначала, потом уже заниматься вот такими делами, короче. Вот наводчик чистит. Вот смотрите, весь мусор на нем. Но я в прошлом году тут потерял, ребята, браслет. Спаси и сохрани. Я его в России у священника покупал, так сказать. Ну, церковный магазин, там я покупал. Ну, если найду, я буду очень рад. Короче, грязь. Но... Знаете, сейчас спешка, ребята, ну я не могу ждать, короче, вот такие пироги вот. Да, вот наводчик говорит, что хуже будет на днях. Вот я спешу, надо сегодня успеть. Ну я круг сделал, ребята. Ну я выдохся, блин, он же прилипает, прыгает туда-сюда, как стрекоза нахрен. Туда-сюда, не стрекоза, а кузнечик, короче, вот так вот. Ну, справимся. Сейчас я тоже помогу, естественно. Я же не буду так стоять. Ну, я весь спотел, короче. Десна спотели, все спотело уже. Вот такие пироги вот, ребята.
Ну все, сейчас камеру отключу. Вот так я и мучаюсь, ребята. Вот так вот. Наводчик одобряет. Кружовники и так далее. Вот так вот. Ну давайте до следующего этапа, ребята.
Ребята, короче, вот дело движется, так сказать. Вот. Как им? О, да, выиграли, мараму мы виду, да. Короче говоря. Ага. Короче говоря, ребята, очень поздно. Ну как поздно? Я имею в виду, два раза больше времени просит, чтобы обработать. Потому что и сыро, плюс вот эти. И, ну не знаю, ну так и ледок дело движется. Лошадка работает. Ну, наездник я, естественно. Нормально все. Вот такие пироги, короче. Спасибо, меня смотрите. Чего? Спасибо, меня. А? Не понял. Погромче скажи, Витёк. Спасибо, меня смотрите. Спасибо, меня смотрите. Спасибо, что меня смотрите. О, спасибо, что я вам нравлюсь. И так нравлю. Далее. Нравлю. Авто. Блин, на Красногвардейском ты там по бабам гулял. Как ты с ними? А? Нет. Чё? Не гуляла. Не гуляла? Ну ты даешь, не гуляла. Вот смотри, твои грецкие орешки там. Чё их не сбиваешь оттуда, авто? Ничего не делаю. Смотри, говорю, грецкий орех там, слушай. Где? Где? А, и дорога. Сейчас я тебе на подносы подам, где? На дорога. Как дорога, бичу, орешек как орешек. А, именно тут остался, а другие попадали. Мои бичи, они, Да, я же говорю, что бичу, я сам его прививал, чё ты как этот? А? Ага. Не, ты не сможешь, не сможешь. Не сможешь, бычок, яйца натянешь сейчас, отойди оттуда. А, он свалил оттуда, вот, молодец, его уже нету там. Внизу, вот подними, авто, упало там, внизу, под ногами, вот валяется. Подойди мне. Вот она самая такая прикольная. Иди, одну разобьем, посмотрим. Вот еще. Где ты руку-то поранил? Успел? А? Руку поранил, где говорю? Где? Че где? Вижу. В Москве. А? В Москве. А, ты здесь работаешь, а в Москве руку поранил. А? Внуково. Внуково? Все, хватит сейчас его нахер. Как? Расскажи, как ты там руку поранил? Не работал, болгарку включил. Чего? Болгарку. А. Сломался болгарку, ударил, да. Ага. Сломал руки. Абразив сломался, да? Да. Ого. Не потерял? О, там наводчик. Ава, не позорься, блин. Ты давай, бери что-нибудь. Сознание не потерял. А? Я болезнь сознание не потерял. Не потерял сознание? Да вообще. А сейчас полупотерянный, не, да? Не Пичу, на, стаканчиком бей, на. Пичу, авто. Авто. На, бей, дном, бей. Не надо. Ну как там, есть что? А? О, покажи. Ай. Держи так. Да, есть. Ну кушай на здоровье. Кушай авто. Ага. Все, давай, не надо про кого-то, хорошо? Людям не интересно, где, чё, как.
Ребята, хочу как раз сказать, что вот как-то нас судьба свела. Я Тарьель, он Автандил. Ну, я знаю, что многие читали, значит, «Витяз в тигровой шкуре». Шатар Руставели написал. Можете загуглить, прочесть. Вот узнаете, кто мы такие там были. Мы там тигров тушили руками, голыми. Вот так вот, если что. Тарьель и Автандил. Короче, на авто. Вот так вот. У меня, кстати, брат-близнец Автандил, авто. Но его сейчас нету здесь. Он в Москве, в Госдуме работает. Вот, судьба меня с ним свела. С этим Автандилом. Вот так вот. Вот белочка, блин. Вот белочка. Ну, белочка, да. Вот раненая рука. Правая. Вот смотрите, ребята, как пальцы. Вот. На Внуково говорит. Что-то. Болгарка там. А, ну понятно, понятно. А левая же работает. Я говорю, левая рука работает. Это работает, это не работает. Как не работает? Палец, аба, покажи. Аба, покажи, ну, покажи, ну, аба, если. Вот так это сделай. Вот так сделай, говорю. Не, вот так сделай, аба. Нет, вот так, вот, смотри. Вот так сделай. Аба, вот так сделай, вот. Эстит, я тебе, вот. А говорит, не работает. Все у тебя работает, блин, вот фокусник, блин. Вот фокусник. Фокусник Чип и Дейл, а? Вот как он наяривает. Как хомячок. Короче, ребята, вот такие пироги, естественно, шутим. Когда работа и т.д. и т.п., надо шутить. Туда-сюда. Но дело надо делать, ребята. Мы делаем дело, естественно. Завтра тоже другой огород надо обработать. Ну, если дождя не будет. Ну, вроде нормально пока. Ну, не знаю, ночью что погоде приснится. Вот так вот. А так у нас нормально все. Все, ребята. До следующего этапа. Ну, я к вечеру закончу. Ну, дай бог закончу, короче. Я вообще сегодня и борозды хотел сделать, чтобы картошку посадить. Но уже не успею, потому что, ну... Тут не так получилось, как я думал. Вот такие пироги вот. Ну давайте до следующего этапа. Пока вот такие пироги вот. Нахер я ему показал, ребята. Он вообще наверх не смотрел. Сейчас вот работать не хочет, все. Вот. Один на улице, один здесь упал. Авто, ну пожалуйста. Давай поработаем, на а то. Улицу, да? А? Что на улицу? На улицу упало, да. Найдем. Короче, я начну сейчас. Я начну, а ты. Ну не знаю, чего ты. Ну, наверное, открыто зайди там. Воду возьми. Да, воду возьми, а то так мы сегодня без воды долго не продержимся.
Ребята, значит, почему я остановился? Здорово, здорово. Вот эта картошка, ребята, да? Вот что в прошлом году осталось, не выкопанная, да? Или она спряталась? В этом году, значит, она самая вкусная, ребята. У нас называется он Нагерали. Нагерали. Короче, она самая вкусная. Блин, вообще, ну, вот уже ростки пошли, ребята. По-моему, 21 марта, да? Ну, по-моему, да, 21 марта. Короче, да, вообще обалденный вкус у него. Ну, вот, зимой кто-то, значит, халтурил, не работал и кушал мою картошку. Ну, на здоровье ему. Вот такие пироги, ребята. Ну, я сейчас задний ход дам и, короче, поговорим. У меня гость пришел по ходу. Сейчас я его встречу. Ну все, ребята, до следующего этапа. Вот и все, ребята, закончили, короче. Ну, я не знаю, сколько время сейчас. Ну, закончили, одним словом. Вот так вот. Это у нас фундук уже. Вот. Вот такие пироги. Все, короче, я с вами попрощаюсь, ребята. Наверное, уже попрощаюсь. Да, уже тут нечего делать, уже вечер. Блин, устал весь. Ну, как всегда, короче. Не устанешь, ничего не сделаешь. Все, ребят, пока-пока. До свидания.